все, со всеми больницами или учреждениями будут, они будут переходить на контрактную основу. То есть государство будет контрактировать по услугам. У них появляется возможность легализовать те неформальные доходы, которые есть. Когда доходы легализуются, вот такие вещи, и это все знают, что, например, там МРТ стоит там, 50, за него брать там 500 будет невозможно. Мы как раз хотим это изменить. Есть очень много хороших примеров по разным. Это всегда зависит абсолютно правда от руководителя. Это сейчас закрыто. Вы не знаете, почему работает так коррупционно эта система. Это потому что никто не знает, что сколько стоит. И эта цена может меняться, исходя из того, какую машину хочет купить главврач. Ну, естественно. Вот это проблема. Без осуждения коррупции, но никак. Зная, что что-то стоит 100, вы не будете платить 200, понимаете? Если там говорят 200, пойдет туда, где это стоит 100. Если нет выбора у человека вот это делать, потому что сегодняшняя система не позволяет выбора пациента, куда идти. Деньги не ждут этого пациента. Поэтому там и есть такая система выстроена пирамида, где вы заходите, не знаете, что это стоит, вам это говорят и все. Так что вот эти изменения, это не говорю как каких-то, в общем, обещаний. Просто как раз убирают эту коррупционную составляющую.